православных сегодня медовый спас. В этот день верующие благодарят Бога за новый урожай и освящают в церкви мед. Медовый спас является одним из трех спасов, которые отмечаются в августе. Далее последуют яблочный и ореховый спасы. Даты являются постоянными. Праздники из года в год отмечают в одно и то же время. Первый спас, медовый, назван так не случайно. Наши внимательные предки заметили, что к середине августа созревает первый мед. У торжества есть еще одно название – мокрый спас. Крестьяне чистили колодцы, купали домашнюю скотину, совершали крестный ход к ближайшим водоемам и принимали участие в чине малого освящения вод. С сегодняшнего дня начался Успенский пост, который продлится 2 недели. Успенский пост относительно короткий, но по строгости сопоставим с великим. Нужно отказаться от мясных и молочных продуктов, а рыбу разрешено есть только в один из дней.